Привет. Продолжаем разговор о выборах. На улице холодно, дождь накрапывает, по крайней мере. На улице тучи, на дорогах вон там пробки. И не все так комфортно, как хотелось бы. И что мы можем с этим сделать? Ну ничего, ну можно одеться потеплее, может быть. Теперь что делать, если мы действительно не можем повлиять на погоду, не можем повлиять на пробки и так далее? Можно, конечно, долго стоять и ворчать, но мы действительно не можем на это повлиять. Но если в нашей стране происходят какие-то вещи, которые нас не устраивают, то это потому, что этой страной управляют не те люди, которым вы хотели, чтобы они управляли. Или у тех людей, которых вы хотели бы, чтобы они управляли этой страной, недостаточно сил, недостаточно коалиции для того, чтобы это сделать. И это в нашей власти. Мы можем, это в нашей зоне контроля, поменять все, что происходит там. Я призываю каждого из вас 9 апреля подняться и пойти сделать то, что зависит от нас. Если мы не собираемся ничего менять в зоне нашего контроля, в нашей жизни всегда будут обстоятельства, которые будут выше вас. И я хочу призвать вас подумать на тему, во-первых, за кого вы идете голосовать. Я предлагаю вам научиться вникать в политическую карту этой страны, знать, кто за что борется, кто за что стоит, кто что способен сделать и так далее. Вы можете обращать внимание на много лозунгов, которые вешают вам на улице, но это чье-то частное мнение, это сидят агентства, которые выдумывают, как правильно говорить. Вы должны понять, кто реально что-то делает в стране. Это несложно сделать, просто откройте интернет и поинтересуйтесь пару раз в неделю, кто какие законы провел. Пообщайтесь с людьми, которые имеют отношение к тем или иным партиям. Походите, может быть, на домашние кружки, на которых вам попытаются рассказать, что такой кандидат лучше, чем такой кандидат. Просто чтобы понять, кто что делает. Задавайте неудобные вопросы, это ваше право. Вы этим людям идете платить зарплату следующие 4 года. Не забудьте, что они едят и пьют за ваш счет. И вы, если не сходили голосовать туда, не удивляйтесь, почему, как вы говорите, эти люди сидят и едят и пьют за ваш счет, но при этом для вас ничего не делают. А что вы сделали, чтобы люди, которые там сидят, были те, которых вы хотели там видеть? Поэтому обязательно соберитесь, запланируйте себе 9 апреля, это отпускной день, вы в этот день не работаете. Пойдите и проголосуйте за того человека, которого вы хотите видеть в числе депутатов нашего Кнессета, нашего парламента, который будет так или иначе отвечать вашим интересам, не ради которого вы можете встать и пойти и потратить полчаса, чтобы опустить эту записку в конверте в избирательную урну, и которому вы в конце концов можете предъявить претензию: я ведь за тебя голосовал, а ты не делаешь то, что нужно делать. Обязательно примите этого внимания. Мы все должны делать, что в нашей зоне контроля, простите, для того, чтобы в нашей жизни что-то изменилось. Потому что если мы этого не сделаем, никто этого не сделает. Всегда будем в нашей жизни, всегда будет управлять кто-то другой, если мы не возьмемся за нее сами. Поэтому 9 апреля увидимся с вами на избирательных участках. Пока.